Гражданин, у вас билет? Пожалуйста. Вот. Сейчас зрительный зал пустить не могу. Играть по стаканию и токату. Замечательно! Это... Замечательно! Вот мой весь мокрый. Вот так. Вот так. Папочка, у тебя сегодня очень хорошо звучал финал. Сима! Он скоро кончает консерваторию. Дай она нам всем покажет. Это моя гордость. Да что ты, папочка, это ты наша гордость. Профессор, я пришел, то есть мы пришли, чтобы выразить, так сказать, поблагодарить. Профессор, это такая музыка, все забываешь. Ах, она... Успокай, куда-то луну убою. Профессор, я дал себе слово с сегодняшнего дня писать только фуги. А почему же именно только фуги? Но вы правы, друзья мои, Бах, божественный Бах. А что, Сима уже встал? Одевайся. Витя! Витя! Надо сказать здравствуй. Доброе утро. Папочка, газета. Ну что ж, Сима, вечно опаздывает. Она, конечно, причесывается. Ты же знаешь, какое для нее это важное занятие. Доброе утро! Он, видно, опять всю ночь работал. Гениальный керосин. Да, гениальный. Но если ты этого не понимаешь... Ой-ой-ой-ой-ой. Керосинов, завтра. Керосинов. Человек пишет свою, как ее, зоологическую симфонию. Физиологическую. Но все равно. Ты слышала хоть один такт из этой самой
физиологической симфонии. Ты рассуждаешь так дикарь. Почему? Не ссорьтесь, девочки. Ты пойми, Сима, это очень тонкий, очень сложный процесс сочинять музыку. Да-да, конечно. Вообще к талантам нельзя подходить с обычными мерками. Я верю в Хиросинова. Знаю, знаю. Вы мне скажете, что он несчастный, скромный, гордый и взыскательный. Что он написал 4000 фрагментов, а потом сжег эти фрагменты. А, кстати, где он их сжег? В комнатах у нас центральное отопление, в кухне газ. Ох, что-то не верю я в эти фрагменты. Дура! Сима, это ты опять здесь? И на том самом месте, честная пионерская. Это что-то невозможное. Совершенно незнакомый человек является к нам под окна каждое утро, как на службу. Знаешь, Серафима, я бы на твоем месте так его отбрила. Слушай, оставь меня в покое. Он же с нашим дворником познакомился. А ну-ка, ну-ка. Если бы ко мне кто-нибудь пристал на улице, я бы ему сказала, если вы не перестанете меня преследовать, я буду вынуждена позвать милицию. Просто хулиганство какое-то. Слушай, ну никакого здесь нет хулиганства. Если ты хочешь знать, он даже ни разу не пытался со мной заговорить. Просто идет до самой консерватории и молчит. А тебе бы, конечно, хотелось, чтобы он с тобой заговорил. Как тебе не стыдно? Черт, как долго нет автобуса. Простите, вы не знаете, который час? Не знаю. Простите, а вы на какой номер? На 7. На 7. А разве 7 номер здесь останавливается? Слушайте. Если вы не перестанете меня преследовать, я буду вынуждена ходить в консерваторию другой дорогой. Ну, поймите сами, ну в какое положение вы меня ставите? Каждый день вы стоите под окнами, надо мной же все смеют. Ну, не ходите вы за мной. Неужели вы могли подумать, что со мной можно вот так вот взять и просто заговорить на улице? Ну как что? Что что? Ну он приехал. Откуда я знаю? Из этого ничего не выйдет. И вообще мне надоело ждать. Если бы Кальман знал, в каких оперетах вы заставляете меня петь, он бы перевернулся в гробу. Ясенька, Кальман жив. Значит, он перевернется, когда умрет. И не перебивай меня. Мне кажется, я ясно выражаюсь. Ничего смешного нет. И теперь мы ждем мальчишку, который там что-то такое насочинял. И опять я должна петь, стоя на льдине, варенках, в тулупе и стрелять в белых медведей. Но публике-то это нравится. Публике? Публике нравится вот что. В первом акте. Я вся в зеленом. Манто соболья. На голове диадема. Чулок со стрелкой. И во втором акте бальное платье, голые плечи, и я вся бриллиантно, каблук высокий.
вот что такое оперета, а не какая-то там билиберда. Где он идет? Алексей Петрович, здравствуйте. Дальше познакомьтесь, это наш композитор, товарищ Мухин. Здравствуйте. Здравствуйте, вы меня простите, что я опоздал. Дело в том, что... Лидия Валентиновна Холодецкая. Очень приятно, Мухин. Я очень рада вас видеть. Мы ждем с нетерпением вашу оперету. Пожалуйста. Товарищи, присаживайтесь. Вот. Сейчас я вам проиграю увертюру. А потом, вы меня извините, товарищи, я буду петь. Ну вот. Интересно. Всех на обе лопатки. Ой, да что вы. А мы хорошо с вами сделали, что выбрали именно эту арию. Да. Но движение, жест. Ведь это же вальс. Это вальс. Здесь нужно движение. Я готовлю для вас для сцены. Ой, вы знаете, Андрей Павлович, я думала об этом. Ага. Потому что, по-моему, все Джульетта. Ну, ее же нельзя петь без движения, ну, да? Конечно, конечно. Можно я скажу, как я думала? Ну, разумеется. Верусенька, дайте-ка нам, пожалуйста. Понимаете, профессор, ночью я проснулся. Вдруг меня осенило. Я написал фугу. Ночью, голубчик, надо спать. А фуга что-то не получилось. Нет, не получилось. Всего доброго. До свидания.
Симочка, ты пойдешь домой без меня. Я хочу переговорить с Андреем Аполлоновичем. Хорошо. До свидания, Андрей Аполлонович. До свидания, Симочка. Присядьте, Антон Иванович. Ваша дочь, будущий примадон, звезда. Андрей Аполлонович, вы разрешите мне сказать вам несколько слов, пожалуйста. Андрей Аполлонович, вы сделали мою дочь певицей. Думаю, хорошей певицей. Может быть, даже очень хорошей певицей. Но то, что я увидел и услышал сегодня, вы разрешите мне говорить с вами откровенно? Пожалуйста, прошу вас. То, что я увидел и услышал сегодня, меня глубоко огорчило. Андрей Павлович, мы с вами, каждый в своей области, делаем одно и то же большое дело. Мы готовим учеников к великой миссии нести музыку в народные массы. Мы должны воспитывать в наших учениках строгий вкус. Очень, очень правильно. Так как же вы могли дать моей дочери петь на выпускном экзамене, я даже не знаю, как это назвать, какую-то шансонетку? Позвольте, профессор. Нет, вы позвольте, профессор. Когда я слушаю серьезную музыку, мне хочется встать и снять шляпу. А это можно слушать, развалясь на диване. Это не музыка, это какие-то танцы. Знаете, профессор. Позвольте, Йоганн Себастьян Бах. Йоганн Себастьян Бах был веселый, толстый человек. Йоганн Себастьян Бах писал хоралы. А вы знаете, что такое хоралы? Это молитва. Йоганн Себастьян Бах писал танцевальные сюиты. Что, Бах? Что? Это шутка гения. А, вот где Бах. Этот гениальный безумец, непонятый человечеством, это что же, тоже был толстый, веселый человек? Что это по-вашему? Бетховен писал и веселый, и застольный песни. Собственно, от меня угодно, профессор. Мне угодно сказать вам, профессор, что я хочу сделать из моей дочери камерную певицу. Боже мой! Да-да, камерную певицу с очень строгим и серьезным репертуаром. Бах, Гендель, Глюк, Гайден. Да поймите вы, изувер, вы погубите вашу дочь. У Симочки легкий, грациозный, веселый талант. А вы хотите сделать из нее воблу. Поймите, призвание Симочки – это легкий жанр. Слышите? Легкий жанр. Не говорите при мне этого слова «легкий жанр». Его не существует в природе. А в природе существует пошлая,
плохая музыка. Глупости все это. Профессор Воронов, мне вас жаль. Сейчас будет обсуждение. Членов художественного совета прошу остаться. Товарищи, занимайте места. Ответ-то хороший. А Холодецкая говорит, святый перда. Чулок со стрелкой, каблуковой сапкой. Ну что, товарищи, по-моему, все ясно. Ну, конечно, ясно. Ты позволишь мне, Степан? Пожалуйста. Замечательная музыка. Ты знаешь, Леш, ты написал просто гениальную вещь. Браво, браво. Здорово, да, но только вот спеть ее в таком виде нельзя. Почему? Не понимаю. Да очень просто. Ты, Леша, написал партию героини так, что ее не сможет спеть ни одна певица в нашем театре. Я уже не говорю о такой выдающейся. Вы извините, товарищ, что я говорю о моей жене. Даже такая выдающаяся вокалистка, как я. Совершенно верно. Да, да, да. Нет, это просто невозможно. Такая адская тесситура. Четыре раза верхняя си-бемоль. Быть может, товарищ автор предполагал, что эту партию будет петь Гарри Курчи или Тоти Дель Монте. Четыре раза верхняя си-бемоль. А у Яди самая высокая нота фа. Положим. У меня самая высокая нота соль. Мне кажется, что здесь говорить не о чем. Тут и так все ясно. Нет, позвольте, позвольте. Ничего не ясно. Ну, высокая партия. Подумаешь, горе какое. Сделаем ниже. А насколько там выше, чем нужно? На 4 тона. Конечно, это можно транспонировать, ну, но... Ну и прекрасно. Алексей Петрович нам сделает это в одну минуту. Нет, я не согласен. Я не буду транспонировать эту партию, товарищ. Алеш, ты с ума сошел? Так все так делают. И очень печально, что делают. Я этого делать не буду и не хочу. Да поймите, ведь это же легкий жанр. А певец? А я не для этого пишу, Яков Григорьевич. И вообще терпеть не могу этого выражения «легкий жанр». По-моему, это пристанище для халтурщиков.
А моя точка зрения такова, что нужно писать серьезно все, решительно все, в каком бы ты жанре это ни написал. Потому что музыка есть музыка. Совершенно прав. Виноват, виноват. Кто это говорит, а? Бетховен? Римский Корсаков? Штраус? Если хотите, это говорит их ученик. И вот я и не хочу, чтобы мои учителя краснели за меня. Понятно? Ну, опомнись, голубчик, опомнись, ведь дядя же не сможет выступать в твоей оперете. Ну, что же делать, выступит кто-нибудь другой. Ах, так? Яша, за мной! Иди, Валентина! Брось! Теперь мне все ясно. Ты с ними заодно. Ты думаешь, что? Я не понимаю, что тебе нравится эта роль, которую написал тебе этот уголовный тип. Яденька, ну какой же он уголовный? Ах, ты его еще и защищаешь. Ну, хорошо, хорошо, уголовный, уголовный. Я успокойся. Ну так вот знай, завтра весь ваш худсовет будет ползать у моих ног и умолять, чтобы я сыграл эту роль. И я... Ты согласись. Никогда. Яденька, а ты подумала о том, что могут найти другую певицу? Что? Ну так вот знай, ты член худсовета. Если эта почкотня пойдет в нашем театре, можешь домой не приходить. Но, Ядочка, успокойся, я ничего не сказал. Надо сейчас это подумать. Алексей Петрович, ничего не придумаешь. Придется поклониться в ножки Евгении Валентине. Имейте в виду, Степан Степанович, что я не изменю ни одной ноты в моей партитуре. Ну, голубчик мой, нам всем очень нравится ваша оперетта. А нравится, так найдите другую певицу. Попробуйте, наконец, поискать среди молодежи. Чем вы рискуете? Ну, что я могу сделать? Не идет молодежь в оперетту. Всех их в оперу тянет. Попробуем, Витя, ты уже кормил своих рыбок, а? Да, кормил. А почему так интересуешься Витиными рыбками?
Алло. А? Здрасте. Нет, не могу. Занят. Ну почему же, Алексей Петрович? Я нашел прекрасную певицу. Голос внешний. Прекрасно. Значит, мы вас ждем. Ладно, тогда приду. Ладно. Договоримся. Не будем наступать друг другу на ноги. Хорошо. Это давайте еще раз. И. Я не могу, она меня гробит. Гости, ты какой. Она танцует очень мило. Для тебя мило, а для меня плохо. Деточка, вы вообще понимаете, что такое каскад? Ну, я, конечно, понимаю. Ну? Нет, я не понимаю. Ну, пожалуйста, я ничего не могу. Нет, погоди, погоди. Я, собственно, не улавливаю. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы моя партнерша понимала, что такое каскад. Ну и прекрасно. И покажи, что такое каскад. В конце концов, надо помогать молодежи. Ну, как же я могу один показать? Вот если бы Ядя была. Ядя? Да. Пожалуйста. Ядя, Едвига Валентиновна, может, вы нам поможете? Меня здесь нет. И вообще, я сегодня выходная. Маэстро, прошу, король комедиантов. И. Сегодня танцевать я хочу. Губки нежно целовать научу. Обними. И покрепче прижми. Садоводь, смотри в меня, глаза гляди в меня. Сегодня танцевать я хочу, губки нежно целовать научу. Двух сердец расплавит и счастлив ведет простодушный веселый поклон. Если мы будем так трактовать музыку, автор нас просто растерзает. Не знаю. И знать не хочу. Яша, за мной. Степа, ты растоптал душу артистки. Как растоптал? Растоптал. Нет, черт возьми, как-то неудобно получилось. Я не говорю тебе. А, гость. Ну, дорогуша, пройдем мы сейчас с вами Арию. Oh, my God.
Да, но где вы ее разыскали? В консерватории. На экзамен. Очень хорошо. Очень хорошо. Я вас познакомлю. Нет, что вы, Степан Степанович, я вас очень прошу, не что, надо. Не понравилось? Нет, просто Степан Степанович, я вас очень прошу. Ну, раз понравилось, так идемте. Нет. А, да ну вас. Серафима Антоновна, идите сюда, я вас с автором познакомлю. А он здесь, да? Здесь. И в восторге от вашего голоса. Хорошо, сейчас приду. Простите. Познакомьтесь. Алексей Петрович Мухин, некоторым образом автор. Серафима Антоновна Воронова. Здрасте. 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 Мухин. Здрасте. Здрасте. Вот. Как ваше здоровье? Спасибо, я здорова. Вы знаете, простите, я вас как-то сразу не узнал, когда вы были на сцене, а потом... Вы повернулись, и я сразу узнал. Да? Да. Ну, конечно, здесь же темно. Нет, там было светло. А, ой, да, вы знаете, как сразу не сообразила. Вот, вы знаете, я очень люблю, когда идут репетиции в театре, когда пустой зал, слышишь обрывки музыки. Знаете, мне тоже очень нравится, когда зал пустой, темный, это так торжественно, да? Ой, а так страшно стоять на сцене и смотреть в пустой зрительный зал, ужас. Или вы знаете, когда сидишь и слушаешь свою музыку. Простите, я вас перебил, да? Нет, 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 это очень интересно. Вот когда сидишь и слушаешь свою музыку, она звучит как чужая. Сидишь и думаешь. Едвига Валентиновна, к вам композитор пришел. Обрати внимание, Яша, он всегда приходит или к завтраку, или к обеду. Антре. Керосин, сколько раз я вам говорила, чтобы вы снимали пальто в передней? Ну что, принесли ноты? Да, но... Никаких но. Давайте сюда. Вы обещали аванс? Сначала покажите. Только в моих руках. Именно то, что вы просили. Номер на 3 минуты с танцами. Публика будет визжать и плакать. Керосин, давай. Сначала 100 рублей. Сначала я проиграю. Когда вы проиграете, вы отдадите все 300. Ну, не скупите. Я знаю, как вы не любите открывать сумочку. Что такое? Вы, кажется, мне не доверяете. Успокойтесь, Яточка, успокойтесь. Успокойтесь. Холодец. Мы с вами знакомы не первый год. И каждый раз, когда нужно платить деньги, вы начинаете рыдать. Я обещала 100. Неудобно, он все-таки композитор. Все! Абсолютно все против меня. Надюша, вспомни вечер и радость первой встречи. Она волнует без вина. Очень мило. Недурно. Надюша, вспомни вечер и радость встречи. Она волнует без вина. Что это? Что это такое? А что? Как что? Да ведь это же по улице ходила большая крокодила. По улице и ходила большая крокодила, она зеленая была. Что это такое? А почему же вы просто не написали? Во рту она держала кусочек одеяла. Какой кусочек одеяла? Кто держал? Надюша, слава Серафина. Вы что вы прикидываетесь овечкой? Ведь это прямое заимствование. Какое заимствование? Просто взял и украл. Мещане, вы слышали когда-нибудь слово фольклор? Композитор имеет полное право пользоваться песенным материалом, преломляя его в своем творчестве. Ну, знаете, дорогой мой, вы все это расскажите в союзе композиторов. А сейчас? А давайте деньги обратно. Хорошо, я исправлю. Тут надо только исправить 2 такта. И тогда никто не догадается. Публика будет визжать и плакать. Не 2 такта. Не 2 такта. А
Черт знает, что за погода. Боже сегодня. Мой, Алексей Петрович, вы весь мокрый. Да. Ну, раздевайся скорее. Сейчас. Вот несчастный, а. А я не рано? Нет, что вы. Я сейчас вас познакомлю с своими. Алексей Петрович? Да. Да. Вы знаете, имейте в виду, что папа ничего не знает о том, что я пою в оперете. Симочка, рано или поздно... Нет, он... лучше поздно. Мне просто страшно подумать о том, что будет, когда папа узнает. Ну, пойдем. Да, Симочка, можно вас на секундочку? Я давно хотел спросить у вас. Помните, когда я стоял, ну, под окном, меня видели? Ну, а как вы думаете? Конечно. Каждое утро мой братик Витик вставал и кричал. Сима, этот опять пришел. Серьезно? Да. Тогда я не пойду. Да что вы, Алексей Петрович, они добрые. Симочка, сколько раз вы мне обещали называть меня просто по имени? Ну, хорошо. Алеша, вы меня любите? Очень. Да, Симочка, я совсем забыл вас поздравить с днем рождения. Спасибо. Пожалуйста, папка, вот это тот самый Алексей Петрович. А, таинственный незнакомец. Ну-ну. Да. Вы мне казались более полным и как будто ниже ростом. Мама, это потому, что вы на него смотрели с третьего этажа. Витя. Я, кажется, рано пришел. Нет, да? Нет, пожалуйста, надо же. А почему вы называете части своей симфонии пароксизмами? Физиологическая симфония в четырех пароксизмах. Почему бы не назвать просто? Часть первая, часть вторая. Чтобы понять, надо услышать. И не один раз, а 30 раз. Ах, как бы мне хотелось послушать. Что ж, года через два я, может быть, сыграю вам первый вариант. Керосинов, вы человек необыкновенный. Да, конечно, я мог бы писать на заказ, я мог быть богатым, или как это там называется, знаменитым. А теперь я всем в тягость, никому не нужный, маленький человечек. Разве вам плохо у нас? Да, мне плохо у вас. Но почему? Потому что я ем чужой хлеб. А вы знаете, как горько. Чужой хлеб для артиста. Вы не чужой, Керосинов. Мы любим вас как родного. Вы же знаете, как папа вас любит. Последний раз, когда вы хотели уйти, он чуть не заболел. Конечно. Антон Иванович любит меня. Но вот ваша сестричка, Симочка, вы думаете, я не знаю, что она зовет меня керосин-бензин, а мою симфонию зоологическую? Керосинов, ну подумайте, что вы говорите. Сима легкомысленная девочка. И потом она просто шутит. Ну что же, шутите. Смейтесь над Керосиновым. Топчите его ногами. Успокойтесь. Не будем об этом говорить. Что это? Опять концертик? Опять эти глюки? Бахи? Вся эта закоснелая, отжившая трепетей. Ну хорошо, вы не любите классиков, но вы же не любите и новых композиторов. Музыку надо не сочинять, а изобретать. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Thank you.
Вы прекрасно аккомпанировали в строгом стиле. Вы знаете, я очень люблю Бендели, и мне кажется, я его понимаю. Я рад видеть вас в нашем доме. Спасибо. Вы, кажется, тоже сочиняете. Да, я композитор. И сочиняете в строгом стиле. Видите ли, я был в этом уверен. Может быть, вы нам сыграете что-нибудь свое? Пожалуйста, если это вам доставит удовольствие. Тогда я вам сыграю из своей новой музыкальной комедии. У меня там есть фокстрот. Как вы сказали? Фокстрот. Хочу, чтобы этот человек ушел из моего дома. Да, 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 слышу. Все эти Шопен, Чайковский, Григи, с их вальсиками, полечками и мазурочками. Вся эта музыкальная карамель должна быть выметена поганой метлой. Молчите вы! Ну хорошо, когда вы ругали меня, я молчал. Но вы же предлагаете вымести поганой метлой Шопена, Чайковского. Ну что же останется? Вы же, я слышал, свою физиологическую симфонию еще не закончили. Остается Бах и отчасти Гайден. А Глинка? Ну, это на помойку. Ну, хорошо. А Бетховен? Да туда же, туда же. Ну, а Берлиоз, Бородин, Россия? Да всех, всех на помойку. Ну, хорошо. Ну, а вот это? Галиматья, на помойку. Нет. Нет, вы слышали что-нибудь подобное? Так ведь, к вашему сведению, это был Бах. А, Бах! А вы... Вы болтун и невежда. Проходимец, гнать таких надо. Алеша, милый, не сердитесь. Не расстраивайтесь, Симочка, все будет хорошо. Откуда вы выкопали этого типа? Я запрещаю вам так говорить о моих друзьях. Походил месяц под окнами уже, друзья. Быстро, быстро. Молодой человек, это безобразие. Я
слишком горд, чтобы обращать внимание на пощечины. Стыдник. Куда же вы? Посидели бы еще, повеселились. Скажем сейчас, а? Знаешь, возьмем его с собой в театр. Вдруг ему понравится, Симочка. Что ты, мамочка, ну как ему может понравиться оперета? И потом, знаешь, мама, если папа будет сидеть в зале, я не спою ни одного такта. Но мне пора. До свидания. Иди, детка, иди. Васенька, не очень короткий нос. Да куда же длиннее, Яков Григорьевич? Василий Иванович, вы скоро наконец? Иду, иду. Иди, 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 Васенька, иди. Яша, ты сейчас пойдешь в оркестр к Самуилу Санчу и скажешь ему, что это ваша, как ее, Симочка, просила его, чтобы он, Самуил Санчу, транспонировал ее вальс на тритона. Ниже. Выше. Выше? Да. Сама просила на тритона? Да. Слушай, я, ведь она же сорвется. А тебе какое дело? Она сама просила. Ну, она спросила, конечно. Я схожу, мне не трудно. Я не понимаю, как ты узнаешь? Ты пойдешь или нет? Хорошо, я пойду. Только не кричи на меня, пожалуйста. Здравствуй, Самуил. Здравствуй, голубчик. Слушай, Самуил, Воронова, знаешь, Симочка, просила тебе передать, чтобы ты ее вальс во втором акте транспонировал на тритон. Ниже? Выше. Выше? Ну да, выше. Дорогой, это же будет ми бемоль. Я не знаю, что там будет. Мое дело передать тебе. Слушай, Самуил, зачем такой бред? А чего у тебя глаза бегают? Неужели бегают? Сейчас пойду посмотрю в зеркало. Степан Степанович, да? Степан Степанович, я вас очень прошу, сегодня придет ее брат, мать и сестра. Я уже распорядился их поставить в ложу директора. Спасибо. Да вы не волнуйтесь, я вам вручаю, все будет в порядке. Откуда вы знаете, что я волнуюсь? Почему у вас нет никогда в графине воды? Да потому что вы за последние полчаса выпили 2 графина воды. Да? Да. Не волнуйтесь, Светушенька, все будет хорошо. Ой, так страшно, не волнуйтесь. Алексей Петрович, дорогой мой, на одну минутку. Да, Серафима Антоновна просила транспонировать ей конец арии второго акта на тритона. Ниже, в том-то и дело, что выше. Ничего себе тебе там. А кто ее нашел? Я. Да вы. Ну, как же быть? Так, ну, раз она просила, то, пожалуйста. Да? Кератинов, закройте за мной дверь. Я не хочу, чтобы папа услыхал, как я уйду. Почему такие тайны мадридского двора? Дайте честное слово, что не скажете папе. Слово Керосинова не может быть нечестным. Сима сегодня дебютирует в оперетте. В оперетке? Да какие вы, Симочка! Я говорил, говорил! Ваша Симочка, дочь знаменитого профессора Воронова, выступает в эту минуту в оперетте! Одно лишь слово. Нет!
Вы так суровы, прошу, вы дайте мне совет. Забыть меня. Поздравляю. Ой, спасибо. Очень хорошо. Ну как, вам страшно было? Ой, вы знаете, я первый раз сидела как под водой. Ничего не понимала, ничего не соображала. А вам страшно? Вы знаете, очень. И чем дальше, тем больше. А у меня впереди главная ария, а? Ничего. Серафима Антоновна, ваш выход. Ой, иду. Симочка, я сделал то, что вы просили. Что я просила, не понимаю? Я транспонировал конец арии. Я ничего не просила, тут какая-то ошибка. Симочка, нет, нет, я ничего не просила. Черт.
Йоганн Себастьян Бах? К вашим услугам, маэстро. Как же вы сюда? Какой глупый вопрос. А вас очень мило. Это квартира при церкви? То есть как при церкви? Ведь вы же маэстро, насколько я знаю, органист, а органист... Ах, я вас понял. Нет, я даю концерты. В церкви? Нет, в консерватории. Кто же вас слушает? Публика. И платит деньги? Конечно. Как вы должны быть счастливы, маэстро, что вы не играете в церкви и не сочиняете каждый день хоралы? Маэстро, ну ведь у вас же есть гениальный хорал. Да, но я всегда мечтал о другом. Всю жизнь я хотел сочинить, ну как бы вы думали, что? Неужели оперу? Оперетку, так у вас называется. У меня был чудный сюжет. Понимаете ли, один герцог, проезжая мимо реки, увидел... прелестную пастушку. Ну, я не помню, что у них там вышло, но это было очень смешно. Очень, очень смешно. Маэстро, конечно, если бы это сочинили вы, это было бы гениально. Но то, что у нас пишут в этом жанре, это ужасно. Вы знаете, сердце кровью обливается. Ну, вы знаете, ну что вы, друзья? Не дурно. Нет, это хорошо, даже талантливо. Да, но ведь это же нельзя назвать музыкой. Почему нельзя? Это музыка. Легкая музыка. Нет, я не признаю легкой музыки. Когда я слушаю серьезную музыку, мне хочется встать и снять шляпу. Вот вы какой. Да. Перед музыкой надо благоговеть. Это вы, батенька, сектант. Дай волю таким, как вы, от музыки останутся только одни псалмы и хоралы. Вздор какой. Снять шляпу. Да вы сектант. Неужели вы не можете понять, что людям нужна всякая музыка? И та, об которой плачут, и та, об которой все люди смеются. Только непременно талантливая. Обязательно. Талантливая. Знаете, маэстро, у меня просто голова кругом идет, честное слово. А вы не будьте таким нетерпимым. Не создавайте в музыке идолов. Не упрямьтесь. А неужели я упрям? Как осел. Вот вы какой, Ганс Себастьян Бах, веселый, толстый человек, как осел. Конечно, думаете, что старый упрямец начнет сейчас стучать ногами, кричать вон из моего дома и пить лекарства? Ничего этого не будет. И не ждите. Дочь профессора Воронова поет в опере. Сходите. Примадонна. А этого я... тоже должен поцеловать. Ну, конечно, папа. Поздравляю вас. Спасибо. А вы что ж, коллега, только оперетки и сочиняете? А? Нет, почему же? Антон Иванович, я хотел с вами посоветоваться. Я сейчас пишу симфоническую поэму, если ее так можно назвать.
И там у меня придумана партия для органа. Очень серьезная, ответственная партия. Очень интересно. Вот, пожалуйста. А ну-ка, ну-ка.